Привет. Сегодня утром встала, и у меня было такое настроение. Мне хотелось просто писать стихи. Я хотела написать на такую тему, которая сейчас волнует всех, творится в нашем мире. Я не умею писать стихи, но вот попробовала. Хотела бы, чтобы вы оценили, может быть, прокритиковали меня как-то и сказали, может быть, стоит мне этим заняться. Или просто сказали, понравился вам мой стих или нет. Он такой не очень большой, не такой прям профессиональный. Обычный простой стих, который излагает мои мысли. Может быть, не все мысли, потому что не могу, я не такой прям рифмоплет и не могу все изложить мысли в рифму, но как-никак какие-то. Большая беда наступила на нас. Говорят, по нашему району пустят газ. Наш народ в мире живет, а вы там с властями собрали весь сброд. Я не за тех, не за тех, вы все хороши. Мне лишь помеха ваши гроши. И вера лишь в Бога дает позабыть, что люди без чувств хотят нас убить. Мы сильные женщины, такими их воспитали. Пропускаем в глазах капли печали. Столько добрых людей на войне потеряли. Сколько судьбы добра у нас отобрали. За что вы боролись? За правоту? Как ваши грехи на спине выношу? Одно лишь желание. Я вас прошу, не портите нашу мечту. Я надеюсь, нашу мечту не испортят, и она воплотится в реальность. Мысли материализуются. Ладно, уж раз так быть, зачитаю два. Этот стих я написала не так уж тоже давно, может быть, неделю назад. Тоже забросила его. Ну, вот у меня все в тетрадке. Вот такой вот на пружинках. И все пишу иногда, когда какая-то ностальгия. Ну, послушайте. Я вообще его не думала читать, но думаю, зачитаю. Когда осознаю, что уничтожают мой город на этой грёбаной войне, я понимаю, как он мне дорог, и хочется мстить правительству вдвойне. Когда я выезжала, то спешила всегда въехать. Он звал меня к себе. А на дорогах привычного района, что хотелось старость встретить, не дают прожить год. Последняя прощальная погода. Мой дом, ну как я без тебя? Те улицы, что грели меня когда-то, навсегда останутся во мне. Как жаль, что денег хочется кому-то, кто убивает родителей детей. Та публика, что через девайсы обманута, не убивается, а становится сильней. Когда этот бумеранг вернется, судьба покажет, кто сильней. Наш Бог над вами посмеется. Пойдете до своих чертей. Вот такой вот стих. Всем спасибо за просмотр. Я не профессионал, не умею. Вот. И надеюсь, понравилось вам. Не хотела этими стихами достучаться до властей, до тех, кто хочет воевать, потому что в интернете гуляют много таких видеороликов со стихами трогательными, намного трогательнее, чем у меня. И это не останавливает. Никому это не надо. Поэтому вера всегда в Бога, надежда. Они умирают последние. И я на самом деле позитивный человек, и я всегда верю и надеюсь, что все будет хорошо. Все мы будем сыты, одеты в мире, у всех все будет поровну, не будет кого-то круче, кого-то хуже, будут все равные. Главное жить в мире. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что уделили мне минутку. Я очень вам благодарна. Пока.